храм в скале Гегард. Находится в красивом месте, в ущелье реки Лохт. Очень красиво. Такая тут развлекуха, нужно камешек закинуть на эту выемку и получишь потом сюрприз. Территорию храмового комплекса, вход бесплатный. Жалко, конечно, что главная башня не конструкции. Вон на скале кресты. Мужской монастырь Гегард по своей архитектуре уникальное сооружение, поскольку часть его гири прямо выдолблена в скалах. Крутое место, которое уходит в историю в 4 век. Это прям, конечно, очень крутое инженерное сооружение было. Вот, идемте посмотрим. Ой, класс, чё? Это прям топчик армянский. Мы думали, это монахи там поют. Армян.